Перед началом видео хотел бы порекомендовать интересный канал Розов Драйв. На нем автор занимается поиском, ремонтом и продажей брошенных и битых автомобилей. Мертвый автохлам отправляется на утилизацию, а живые машины восстанавливаются и продаются. Советские автомобили, довольно редкие иномарки, а также масс-маркет брошены гнить на улице, все это здесь есть. Если вы автолюбитель или интересуетесь автомобилями, я думаю, для вас это будет очень полезно и любопытно. Поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Всем привет, друзья! На сайте официального дилера Горьковского автозавода компании Луидор появились в продаже кабины и различные комплектующие для грузовиков ГАЗ-53. Тут важно отметить, что по российскому законодательству запчасти для отечественных автомобилей должны выпускаться в течение прописанного заводом-изготовителем их срока службы или после 10 лет с момента окончания сборки. Очевидно, что ни под одно из этих условий ГАЗ-53 не попадает, но закон касается только деталей, произведенных с нуля, а в случае с этими кабинами и комплектующими речь идет скорее о реставрации элементов, выпущенных раньше. Отметим, что цены на эти товары не озвучиваются, но автомобильные эксперты оценили саму кабину примерно в 120 тысяч рублей, а укомплектованный передок в 80 тысяч. При этом самый раритетный ГАЗ-53 на вторичном рынке можно найти за 100-140 тысяч рублей. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!